Всем большой приветик, друзья! С вами Алиса, и мы играем в Симпсоны Спрингфилд. Ну и я решила начать с самого главного. Давайте побыстрее получим генерала Шлепка. Так, давайте, давайте, быстрее, быстрее. Yes. Лиза, по-моему, ты понравилась табелю успеваемости. Ты можешь использовать это против него. Как? Можешь подпитать Милхауза ревностью. Я единственный ботан, который может безнадежно увиваться за Лизой. Сдохни, табель успеваемости, сдохни. И Милхауз мертв. Табель успеваемости, давай покончим со всем. Ты и я, человек и ботан. Это нелогично. Нас пятеро. По статистике должно иметь место одновременное совместное нападение. К несчастью, статистикой девочку не впечатлить. Эту девочку статистика вообще-то очень даже впечатляет. Ой, да молчи уж. И нужен будет бард вступить в противостояние. Табель успеваемости вступить опять же в противостояние. И 400 кристаллов. Я вот не знаю, почему так много, да? Целых 400, как будто мы снова будем получать персонаж. Но это, видимо, знаете, как добить уже под конец. Я уверена, что многие не успеют получить это здание. Очень жаль, что так много они требуют. И где же он? Приветствуйте генерала, генерал Шлепок. Yes, набор собран. Круто. И где же ты, генеральчик? Где ты спрятался? Непонятно. Ну ладно, найдем. А, это он? Милхаус, почему ты не отвечаешь на мои сообщения в игровом чате? Прости, Барт, я домашку делал. Никакого Барта не существует, есть только генерал Шлепок. Милхауса тоже нет, зато есть командор Аллергия. Да просто тащи сюда свой ноут, поиграем в войну соперников. Заставить генерала Шлепка щемить нубов. Вот так. Ага, Бартик у нас просто проходил задание в Америкатауне. И как я должен достать вам нештатные лицензионные панели на стены? Сходи к своим теткам Пэтти и Сельме. Может, у них что-то найдется. Ну, или вспари брюхо гигантским белым акулам. Вдруг чего проглотили? Ладно, акулы. Но не стоит называть вариантом то, что вариантов не является. Если Америкатаун станет классической бургерной в стиле рок-н-ролл, у каждого блюда в меню должно быть специальное название. Начес в топленом чеддере от Гомера. Куриные крылья а-ля Линьярд Скинлес. И что-то для капустного салата. Шинкованный порядок, специальный уксусный соус? Неплохо, но придумай что-нибудь получше. Так, и еще дальше, ого-го, вся семейка тут нужна. Лиза, Барт и Гомер. Ах, ну, посмотрим, отправлю я их завтра или уже через несколько дней. В принципе, завтра уже будет последний приз. Гомерчик, дети, ужин готов? Надеюсь, вам нравится свежее масло, ребята. Мы с масляной Мэгги собственноручно его взбивали. Не так ли, масляная Мэгги?
Смотрите, какая она действительно как из масла. Отвечай матери, когда она задает тебе вопрос, масляная Мэгги. О, нет, кто-то подменил Мэгги на масляную Мэгги. Мы должны найти нашу малышку. Заставить Симпсонов искать Мэгги, а Мэгги из прерий вырваться на волю. Ого! Так, что тут у нас крыланчик делает? Где ты? Тренироваться, колотить негодяев. Ну да. Да, Бернс, конечно, работа, ну, как раз для тебя. Странно, что он вообще не грохнулся там на асфальт прям. Только присел. У меня есть костюм, у меня есть мозги. Я больше не боюсь смерти, еще неделю точно. Теперь мне нужна только суперсила. Может, я воспользуюсь тем, что вешу столько же, сколько и почтовая марка. Капец. Заставить человека-крылана летать, как дряхлый супергерой. Да, вот это задание. Так, а где ребята? Да, вот они прогуливаются. Зверобой и Клетус. Очень быстро как-то они гуляют по городу. И как будто даже не вместе. Знаете, как будто Клетус такой убегает за ним, а Зверобой... Эй, Клетус, подожди! Вы, городские жители, избалованы водопроводом и тем, что пища попадает вам в рот уже практически пережеванная. Вам даже правительство диктует, когда следует идти, а когда остановиться. Я должен поскорее выбраться отсюда, пока не огорожанился настолько, что без помощи специальной ложки стал не в состоянии стягивать и натягивать сапоги. Заставить зверобоя отступить в горы. Да. А где же наш робот делся? Спрятался в школе? Задание у него наживаться на грусти. О, в школе ее достаточно. Ну, тогда освобождаем. Вот он появился. Я еще никогда не видел таких жалких, таких отчаявшихся людей. Эй, вообще-то это лучшие слова, когда-либо сказанные об этом заведении. Вам надо написать обо мне рецензию на Yelp. Я поступлю лучше. Я помогу вашим посетителям эмоционально оздоровиться. Вы с ума сошли? Да они пить перестанут. Давайте поступим иначе. Я заплачу вам в два раза больше, если вы сумеете сделать их в два раза более несчастными. Заставить психотерапевта распространять отчаяние. Ну какой же он психотерапевт? Подделка? Кумико? Тоже скрытое задание отправиться в самый унылый магазин. Печенье, шоколадные батончики, супы быстрого приготовления. В этом магазине продается то, что можно найти в обычном американском торговом автомате. Я хочу увидеть что-то более необычное, экзотическое, как то, что можно найти в японском торговом автомате. У нас и журналы есть. Это журналы для взрослых, хотя нарисованы будто для детей. Нет. Ну, тогда я снова опечалена. Все, депрессуем. Да, есть чуток. Может, традиционная японская еда сможет излечить мою тоску по дому? Ну, отлично. Теперь мне придется строить тот суши-ресторан. Нет, я говорила о Красти Бургер,
Там, откуда я родом, такой ресторан есть на каждом шагу. Я так и знал, что есть разумное объяснение распространению ожирения среди японцев. Я с вами. Отправить Кумико есть унылый американский фастфуд. Ну и гомерчика туда же. 60 минут. Окей. Сегодня Симпсоны реально их разрывают на задание. Так, я вот собрала остальной доход по городу. И в общем-то я так подумала, не хочу я ждать, собственно говоря. Вы же помните, я больше всего ждала от этого обновления. Это общего задания с Нюхачом. Поэтому потом будем проходить задания классические, вот по сюжетной линии генерала Шлепка. А сейчас давайте отправим на совместное. Вот оно, друзья, собственно, дождалась я, ура! Ну и что вы, кто сомневался, что будет офигенная анимация? Ну вот зря вы сомневались, я вот на все 150% довольна тем, что получила то, что я ожидала. Единственное, нужно следить, чтобы они были в своих костюмах, вот, ну просто очень круто. Так что, друзья, те, кто тоже купил Нюхача, обязательно отправляйте и любуйтесь таким заданием. Единственное, генерал Шлепок здесь немножечко не такой, как в мультике. В мультике он такой какой-то более утонченный, что ли, вот худенький, высокий и худенький. А здесь он такой, ну, какой-то более, ну, как мужик такой взрослый. Вот, а там более такой милый и смешной. Вот, ну что, друзья, все, увидимся завтра уже с последним призом. Всем пока-пока.